Здравствуйте, друзья! Это Оля и Лена, ленивый кулинар. И сегодня мы для вас готовим потрясающее блюдо — шарики из картошки и мяса. Для шариков из мяса смешиваем фарш, лук, чеснок и панировочные сухари. А для шариков из картошки смешиваем отварной картофель, яйцо, соль, специи по вкусу и панировочные сухари. Очень хорошо подходит розмарин к картошке, так что добавьте, не пожалеете. Из получившихся тест формируем шарики и выкладываем их в форму. Форма смазана маслом, отправляем всю нашу красоту в духовку, предварительно полив томатным соусом. Томатный соус мы сделали из томатной пасты, смешав ее с водой. Не забудьте соль по вкусу. Все это запекается минут 40-35, 180 градусов, и получается совершенно потрясающий обед. Это очень вкусные шарики мясные и совершенно потрясающие шарики картофельные. Все по отдельности тоже круто.